На старт, внимание, марш. Этот заплыв для воспитанников оздоровительного центра «Дельфин» не был соревновательным. Сегодня они демонстрировали свои навыки, полученные в ходе обучения в одном из лучших бассейнов области. От трехлетних малышей до подростков. Все вместе ребята окунулись в воду, чтобы принять участие в фестивале здоровья, посвященном Международному дню защиты детей. Это традиционные праздники, которые мы всегда отмечаем. А нужны они, во-первых, для того, чтобы ребята чувствовали в себе личность, спортивную личность. Во-вторых, это здоровый образ жизни. И в-третьих, это соревновательное начало. В-четвертых, с полтора года дети, которые приходят и видят конечный результат, это спортивные ребята, спортклассы, которые. Я думаю, все это для здоровой нации будущего страны нашей. Первыми на старт вышли участники секции «Мама и малыш». Находиться в воде самостоятельно эти детки пока не могут. Зато вместе с родителями они проплыли все 25 метров бассейна и совсем не испугались. Напротив, некоторые из ребят даже были готовы плыть еще. Так они зарядились духом соревнований. Она очень расстроилась, что она сейчас отплыла 25 метров, и ее не пустили в большой, в маленький бассейн еще поплавать. Плавание полезно. Полезно для позвоночника, полезно для легких. Потом у нас все семьи плавают понемножку. Оздоровительно-образовательный центр «Дельфин» славится своей работой с детьми-инвалидами. Вот и на празднике для них был отведен свой заплыв. Александра Сергеева – одна из тех, кто принял в нем участие. В «Дельфине» она занимается уже 10 лет и не представляет жизни без воды. Я люблю плавать. От сегодняшнего мероприятия какие у тебя впечатления? Классные. Здесь хоть и присутствовал соревновательный дух, победителей и проигравших не было. Все ребята получили сладкие призы и грамоты. Юлия Погосян, Данил Свидерский, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.